Пару столетий назад Ньюкасл являлся лидером по добыче угля в Великобритании, но спустя какое-то время потерял свои позиции, зато компенсировал это тем, что стал культурным и научным центром. Мост Миллениум. Именно с этого моста гости начинают свое знакомство с городом. Его еще называют мост тысячелетия. Известен во всем мире как подмигивающий глаз. Связано это с его формой и освещением в вечернее время. Мост состоит из двух колец, приподнимающихся в момент, когда проплывают корабли. Это зрелище и привлекает наибольшее количество зрителей. Мост проходит через реку Тайн и соединяет два города – Гейтсхед и, собственно, Ньюкасл-апон-Тайн. Является первым в мире наклоняемым мостом. Он поворачивается около 200 раз в году. Его проект был создан компанией Wilkinson Air и стал победителем в конкурсе 1996 года. Тогда задачей архитекторов являлась не просто постройка пешеходного и велосипедного мостов, а чтобы он также не мешал крупным судам перемещаться по воде. На осуществление проекта ушло 40 миллионов долларов и более 2 лет. Открытие моста произошло в сентябре 2001 года. На церемонию пришли 25 тысяч человек. Ребята, что у нас тут? Я зашел к себе в комнату, а меня ждет сюрприз. Мне приготовили из универа, из Инту, сюрпризик. Смотрите. Я зашел, у меня тут на столе ждет открыточка. Дорогой Егор, мы надеемся, что у тебя все отлично, что ты проводишь хорошо время. Короче, и завтра мы увидимся и покажем тебе город. С наилучшими пожеланиями. Ну, как-то так. Так, и открыточки. Welcome to Newcastle. Спасибо, спасибо. Так, здесь у нас... Ага, здесь про университет. Опа. И вот такая коробка. Вау. Внимание, вопрос. Что в коробке? Что в белом ящике? Леона, что это? Алкогольный чай. Интересно. Прикольно. Блин, вот это круто, конечно. То, что не ждешь, а тебе подарочки дарят. Вал Адриана. Сооружение длиною в 117 километров. Служило обороной римских предков около 2000 лет назад. Несмотря на то, что место имеет такую многолетнюю историю, на его территории даже остались старинные соборы Девы Марии и Святого Николая. Вал Адриана нередко фигурирует в тех или иных произведениях искусства. Английский писатель Рэдьярд Киплинг посвятил данному месту 3 рассказа своего цикла «Пак с холмов». Здесь также были сняты некоторые сцены фильма «Король Артур», а в фильме «Судный день» 2008 года правительство даже построило бетонную стену высотой почти в 10 метров по линии стены Адриана, чтобы отделить зараженную вирусом Шотландию от Великобритании. Засветился вал также и в книге писательницы Розмари Сатклифф «Орел 9-го легиона» и в ее экранизации «Замок Алник». Вал Адриана далеко не единственное место, любимое создателями фильмов. Замок Алник, который находится на границе с Шотландией, привлекает поклонников мальчика, который выжил, Гарри Поттера. Ведь именно здесь снимали некоторые из сцен фильма. Также замок появлялся в 5-м сезоне сериала «Аббатство Даунтон». И некоторые сцены из фильма «Айвенго» 1982 года тоже снимались здесь. В фильме «Трансформеры. Последний рыцарь» замок также появляется как место жительства 12-го графа Фолгана. Замок Алник – один из самых красивых в мире, а также самый большой после Уиндзора жилой замок, который до сих пор является резиденцией герцога Нортумберленда. Пришел я в музей морской. Ребята, знаете, что они мне говорят? А мы закрыты. А я говорю, когда вы закрываетесь? Они говорят, в 4. А я смотрю на часы. 4 часа и 3 минуты. Короче, шел я сюда, шел для того, чтобы не попасть. Ну ничего, завтра они откроются в 10. И я приду к ним снова. Музей Discovery.
Научный музей предоставляет возможность посетителям узнать лучше местную историю и своими глазами посмотреть на различные экспонаты, среди которых и известный корабль «Турбиния», который построил Чарльз Алджернон Парсонс с целью проверки паровой турбины для силовых кораблей. Корабль достигает 34-метровой высоты. Здесь также можно увидеть первые лампочки Swan и модели паровых двигателей Stephenson. Discovery – один из самых больших бесплатных музеев на северо-востоке страны. В 2006 году он стал лауреатом премии «Лучший семейный опыт». Спонсирует этот музей Департамент культуры, СМИ и спорта. Стадион Сент-Джеймс-Парк является домашней ареной футбольного клуба Ньюкасл Юнайтед. Вместимость его составляет 52 405 человек, благодаря чему стадион является 7-м среди клубных и 8-м среди всех футбольных стадионов страны по данному показателю. В 2011 году стадион переименовали в Sport Direct Arena, но позже все-таки вернули ему прежнее название. В 1996 году Сент-Джеймс-Парк принимал 3 игры чемпионата Европы, в 2012 – матчи турнира по футболу летних Олимпийских игр, а в 2015 году принимал матчи мирового чемпионата по регби. Стадион используют не только в качестве спортивной арены, но и площадки для концертов, соревнований и других мероприятий. Стадион является одним из старейших спортивных сооружений на северо-востоке страны. Построен он был еще в середине 19 века, а первая игра состоялась в 1880 году. Тогда на поле впервые выступила команда Ньюкасл. Конечно, когда стадион только построили, он выглядел не так, как сейчас. Изначально там не было даже трибун, и впервые они появились в 1899. Я из Ньюкасла решил отправиться на побережье, а здесь недалеко побережье, около часа езды. Короче, купил я билет себе на автобус, пришел на автобусную остановку, прождал полтора часа, приехал автобус, в очереди все это происходило. В итоге приехал автобус, где было написано «Not in service», то есть не работает. И мне пришлось возвращаться, я ехал сюда в итоге поездом, и вот сейчас должен пересесть еще на один автобус. И, короче, ехать. В общем, я уже практически 3 часа в дороге, ну, больше в ожидании, скажем так. Я надеюсь, что я как бы попаду на побережье, но не знаю, успею ли я снять что-то, потому что, блин, уже приближается вечер. Может, я уже, когда доберусь, стемнеет все. Добрался на побережье, и меня встречает сразу же вот такой маяк. Несмотря на свои небольшие размеры, Ньюкасл сумел стать лидером во многих сферах. На Elder Square находится самый большой торговый центр в Европе. В метро Ньюкасла были установлены самые первые антенны мобильной связи. Город занимал 4-е место по книгопечатанию сразу после Лондона, Кембриджа и Оксфорда. И как уже было отмечено, город является важным образовательным центром. 2 городских университета принимают к себе на учебу студентов почти из всех стран мира.